Здравствуйте. Когда мы покупаем семена, мы всегда думаем, сколько пакетов купить, чтобы нам хватило для посадки. Опытные дачники уже знают, сколько им нужно пакетов огурцов, сколько им нужно там, пакетов редьки, редиски. Но и они тоже могут ошибаться. А как рассчитать, сколько семян нужно для посадки? Существует такое понятие, как норма высева. То есть это количество растений, которые растут на одном квадратном метре, так, чтобы им хватило питания, чтобы они не затеняли друг друга. То есть такая определенная схема посадки. Ну, например, все знают, что на квадратном метре больше 4 кустов томата выращивать не стоит, потому что у него очень большая площадь питания. Томат имеет большой куст, и поэтому, если мы делаем загущенные посадки, то здесь начинаются проблемы. На пакете обычно дается схема посадки. И есть еще в аннотации некоторые производители указывают норму высева. То есть вот здесь вот можно увидеть рассаду, высаживают в возрасте 60-65 дней, на одном квадратном метре 3-4 штуки. Это как раз и есть норма посадки. Если нет вот такой нормы посадки, то мы можем рассчитать это с вами. Делается это таким образом. Вот делаем такую схему, чтобы было более наглядно. Вот наш квадратный метр. И здесь мы считаем, что сажают по схеме 10 на 30 сантиметров. О чем это говорит? Нам надо сделать грядки на расстоянии 30 сантиметров. Вот у нас будет одна грядка вот по краю, вторая грядка 30 сантиметров, еще 30 сантиметров – это будет 60 сантиметров, еще 30 сантиметров – это будет 10 сантиметров. И здесь вот этот край у нас, получается, ничем не занят. Значит, на одной грядке у нас раз, два, три, четыре... На одном квадратном метре у нас получилось 4 грядки. И сажаем мы с расстоянием в 10 сантиметров. То есть на одной грядке у нас получится 10 растений на метре. И на площади в 1 квадратный метр мы наши 10 растений умножаем на 4 грядки, у нас получается норма высева 40 растений на 1 квадратный метр. А что мы делаем дальше? Мы дальше площадь нашей грядки, вот, допустим, квадратный метр, грядка очень маленькая. Допустим, у нас грядка 2 квадратных метра. Грядка может быть 2 квадратных метра, то есть это двухметровая грядка, 2 метра в длину и метр в ширину. Вот это уже и есть 2 квадратных метра. И мы теперь нашу площадь грядки умножаем на норму высева и получаем количество семян. Плюс добавляем 25% на то, что какие-то семена не взойдут или какие-то росточки не вырастут. И мы смотрим, вот, например, для свеклы мы рассчитали, что у нас 40 растений на двухметровую грядку. У нас получается 2 метра квадратных, умножаем на 40 растений, и мы получаем 80 растений на метр квадрат, на 2 метра квадратных. Получается, у нас на нашей двухметровой грядке нам нужно высеять 80 семечек. Вот, плюс еще 20%. 25%. И плюс мы еще 20 семечек прибавим, если не взойдет, то нам нужно посадить на нашей грядке 100 семечек. Для помидора квадратный метр у нас получается 4 растения на квадратном метре. Если у нас площадь, которую мы хотим отдать под помидоры, 10 метров квадратных, то сколько нам нужно высадить? Мы 10 квадратных метров умножаем на 4 растения, и нам получается, что на наших 10 метров нам надо высадить 40 растений. Вот таким образом можно рассчитать заранее, перед покупкой семян, сколько нужно вам купить семечек, не пакетов, а именно сколько семечек. Если у вас очень обширные посадки, и вы сажаете семенами, а не рассадой, если у вас площадь очень большая, то рекомендуется
произвести проверку на всхожесть семян, потому что если всхожесть меньше 30%, то эти семена сажать не стоит, у вас вырастет только 30% площади будет занята посадками. А вот как узнать, сколько в каждом пакетике семян, мы расскажем вам в следующем ролике. И надеюсь, наши рекомендации помогут вам избежать лишних покупок семян, а купить именно столько, сколько вырастет на вашей площади.